Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно, где-то в углу темном проводить подобное совещание, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам и мне голову снимут. Они спросят, ты за что им деньги платишь? Они же пешком ходят на площадке в футболе, хоккее, конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят. Они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить. Мы с детского возраста каждому дали возможность подняться, определить возможности, способности ребенка. Пожалуйста, художественная, спортивная гимнастика, легкая атлетика. Пожалуйста, определитесь. Тренеры увидели, взяли на заметку кого-то, идет развитие. Еще что нужно? Надо заплатить за хорошие высокие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты. Хотелось бы, чтобы вы мне назвали здесь правительственную концепцию стимулирования заработных плат там и прочие ковришки за достижение соответствующих результатов.